я Симрочка, извини сказку. Какую? Про пылесос. Про пылесос? Хорошо. Жила-была принцесса. Она была красавица. Только была очень печальная. Целыми днями гуляла она по дворцу и никогда не улыбалась. Долго сокрушался король. Добрый день. Я король. И наконец-то решил объявить, что тот, кто рассмешит принцессу, получит пол королевства. Многие весельчаки устремились во дворец попытать счастье. Они показывали фокусы, танцевали, жонглировали, рассказывали смешные истории. Но никому не удалось вызвать даже улыбку прекрасной принцессы. Услыхал про указ короля и мальчик Ясин. «Пойду рассмешу принцессу!» — решил он и отправился в путь. И тут же по дороге встретил свою крестную. О, фея! Привет, Ясин! Куда ты идешь? Иду принцессу смешить. Тогда я подарю тебе одну вещь. Что это? Пылесос? Это волшебный пылесос. Бери и запомни. Как только кто-нибудь возьмется за эту сумку, сразу говори: держи крепче. Большое спасибо, фея! Сказал Ясин и пошел в сторону дворца. Прохожие показывали на него пальцем. Виданное ли это дело? Золотой пылесос в корзинке. Попался Ясину навстречу любопытный мальчишка. О, а что это у тебя такое? Держи крепче! Вспомнил Ясин наказ феи. И тут же рука мальчишки прилипла к корзинке. Как ни старался тот ее отодрать, ничего не получилось. Ясин идет дальше, и мальчишка за ним тащится. Эй, дружище, помоги мне отлепиться! О! Держи крепче! Так к ним и второй мальчуган приклеился. А где двое, там уже и третьим не миновать. Отцепи мне, пожалуйста. Заеду. Держи крепче. Так и явился Ясин во дворец. Увидела принцесса эту компанию. Привет, принцесса! Да как захохочет! Так и покатилась со смеху. Даже короля испугала. Пришлось королю отдать Ясину пол королевства. Уговор дороже денег. Ставьте лайк, ребята! И подписывайтесь на канал!